Всем привет! С вами Кона Наваани, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Сегодня 14.10.2017, и я вернулась в 6 утра домой сразу с поезда. Вот. И, конечно же, меня ждал очень хороший сюрприз под номером дочки. Под своим номером я, конечно же, сразу сделала 200 баллов, потому что много что закончилось за 3 недели. И сегодняшнее видео будет именно о том, что я прям, вы знаете, в восторге от поездки. Сначала у нас была мини-ассамблея, на которой было 106 человек от проекта. Потом, значит, у нас была ассамблея, где мы получили чек на 1 250 000 за подтвержденного старшего национального директора. И третья, нас компания всех возила за свой счет с уровня золотого директора, в принципе, всех компания возит в Доминикану. В прошлом году мы ездили в Шри-Ланку, в этом году Доминикана, а в следующем году нужно выполнить условия на поездку именно на Бали. Ну, что я могу сказать, 10 дней рая, это просто здорово, это классно. Вот, и вы не представляете, я сейчас захожу под номером дочки, захожу в раздел «Мой счет», у меня были возвраты, мне эти возвраты, конечно же, сразу же оперативно вернули, что очень приятно. Я попросила менеджера АП, чтобы возврат вернула моя нянечка, которая сидела с ребенком, и вы знаете, менеджер АП пошла навстречу, хотя, в принципе, нянечка практически даже и не работает в компании Фаберлик, да, то есть все здорово, все классно, было очень приятно. Далее, значит, бонусы и скидки появился у меня раздел 3975 рублей. Это за акцию «Твое активное лето», процент скидки 100%, то есть 100% списания ОС с этого есть, с этого идет. И, конечно же, моя объемная скидка за прошлый каталог, это 51 тысяча русских рублей вот уже накопилось, да, и я решила сделать заказ аппарат Денос. Аппарат Денос, и вот тут самое, что ни на есть интересное, во-первых, это Денос идет 100 баллов, ой, полный балл, простите, 75 рублей балл, 1100 баллов он идет. Ну да, вот такая вот красота. Кто-то говорит, что у нас есть дополнительные промо-баллы, но, в принципе, на дополнительный ассортимент, на акции промо-баллы это нормально. Вот он наш основной ассортимент, да, то есть 115 тысяч по каталогу, 85 925 рублей он на самом деле стоит. И вы знаете, это очень-очень приятно. Это получается 115 999, я вычитаю 85 925, это просто скидка от цены консультанта, да, то есть цена консультанта у меня на 30 тысяч ниже, да, то есть 26% скидка. 30 тысяч это одно, но вы знаете, самое интересное, что вот эти вот 30 тысяч, это первое, да, а второе, это то, что 1145 баллов, 1145 баллов, так, 67, я умножаю на 0, 23%, так как моя дочка директор, да, и в следующем каталоге мне придет, так, минутку, 1145, да, то есть по 23% еще пройдется скидочка, да, то есть я умножаю на 60 и умножаю на 0,23, простите, после Доминиканы разучилась считать, да, то есть 15 тысяч мне объемной скидки придет, это второе, да, и вот сейчас в разделе «Мой счет» у меня спишется, да, как вы понимаете, вот эти вот 5 тысяч, которые я выиграла, да, вот эти вот 50 тысяч плюс то, что в иностранной валюте у меня там на счету, то есть оно все автоматически конвертируется, ничего никуда переводить не нужно. Что получается, да, то есть у меня есть возврат продукции, да, то есть компания Фаберлик в течение 21 дня вам возвращает денежки за
невостребованный заказ, то есть за заказ, который вам не подошел. То есть вы имеете право вернуть одежду, нижнее белье, обувь, да, то есть мужскую, детскую, без разницы, и вам компания забирает этот продукт, если он не был вами поврежден, постиран, замаран и так далее, вот, на ваш счет. Мне не подошло платье от Валентина Юдашкина розовое, и, по-моему, берет мне не подошел. Он мне оказался мал, серенький берет. Вот. Далее, значит, у меня спишется твое активное лето, потому что 100% списание ОС, да. И, конечно же, моя объемная скидка. Вот это все у меня тоже сейчас пишется. И это, конечно, приятно, что я Параденнес могу заказать намного дешевле, чем он есть на самом деле. Вот. И вы знаете, ну, конечно же, круто. И когда я нажимаю «Продолжить оформление заказа», сейчас, минуточку, вот, скорее всего, мне опять не даст сделать заказ, нужно искать другое АП, чтобы сделать заказ, потому что, как вы видите, не более 25 тысяч на этот агентский пункт разрешается делать, поэтому агентский пункт тут теряет выручки, да. Ничего страшного, я сейчас живу в городе Киров, есть и пикпоинты и так далее. Вот, можно в любом месте, в принципе, заказать. Единственное, что я вам сейчас покажу просто все это дело. Вот, да, то есть также мне упал порошок в подарок, да, то есть стиральный порошок для деликатных тканей в подарок при оплате заказа в 15-м периоде 2017 года на сумму от 1249 рублей. Ну, понятно, что у меня сумма больше, да, то есть я забираю этот порошок, конечно же, за 1 рубль, да, 0 баллов, ну, за 1 рубль. Далее я также могу участвовать в распродаже. Далее, значит, все вспомогательные акции, как вы видите, я уже отказалась. По акции, это еще не все, да, по акции Фаберлик Клуб доступно 300 бонусов, то есть я могу забирать подарки от 15 бонусов, то есть на данный момент я даже сейчас это открывать не буду, чтобы вас не путать, да, я просто сейчас открою отдельно калькулятор и скажу, что если подарки от 15 бонусов, то я могу сейчас забрать, к примеру, 20 масок для лица. Ну, круто, круто, конечно, да. Далее, значит, ну, если от 20 бонусов, да, я посчитала. Далее, значит, вот он, аппарат Денос. Я нажимаю «Продолжить». Да, тут еще, как вы видите, я имею право брать новинки VIP-консультантов за 2 недели до начала продаж. Я их уже набрала со своего номера, с номера Анны Кононовой. Вот, но будет долго грузиться, но ассортимент реально шикарный. Новая линейка мужской серии, помады глянцевые, полуматовые помады, глиттеры, жидкие тени, ободок для волос, металлические, очень красивые лаки. Но лаки я, конечно, не брала. Вот, и колготочки, да, то есть детские колготки можно выбирать. Да, то есть тут же есть товары по старой цене и так далее, да, то есть я нажимаю «Применить изменения», и мне добавляется, помимо скидки в 30 тысяч, да, мне как раз-таки добавляется еще и порошок в подарок. Когда я нажимаю «Продолжить оформление заказа», мы сейчас с вами увидим списание. Ну, мне тут спрашивают, хотите ли забрать подарки. Нет, не хочу, я хочу накопить еще раз на комплект постельного белья. Ну и давайте посмотрим. Заказ, наверное, утвердить мне не даст. Но вот скидка списана 53 280 рублей. Промо-скидка, да, за твое активное лето 3975 рублей. Да, то есть, и когда я нажму утвердить заказ, скорее всего, не даст окончательную сумму, да. Вот, и как бы придется на другой агентский пункт просто делать. Вот тут, конечно, плохо, что агентские пункты теряют для себя такую выручку, поставили какое-то ограничение зачем-то, да. То есть, видите, вне установленных пределов.
Когда я проживала в Мурыгино на агентском пункте, я делала, какие я хочу заказы. Да, тут надо, конечно же, сейчас менять. Менять. Вот, как бы придется менять. Да, то есть на Лепсе, дом 56 в городе Киров, а агентскому пункту не повезло. Но что дальше сказать вам, да, то, что, в принципе, я очень довольна. Я очень довольна, потому что, ну, это реально круто. Сначала 30 тысяч мне скинули, потом, значит, 15 тысяч мне придет в следующем каталоге по 23% назад, да, то есть это 30 до 15, да, по идее 45 тысяч уже, что вообще невероятно здорово. Плюс к этим 45 тысячам еще добавляется 3 975, и вот эта вот скидка за директора объемная, да, наша зарплата, которую я сейчас пишу, и за аппарат практически ничего и платить не нужно будет, да, как вы понимаете, вот эти вот 85 тысяч, да, получается минус еще 3 и минус 53. Ну, в принципе, здорово, здорово. Ну что ж, всем спасибо за просмотр видео. Если вам что-то непонятно, конечно же, задавайте вопросы. А вот, была бы рада вам полезной и рассказать про внутренние акции от компании Faberlic. Плюс я бы еще, знаете, сколько подарков могла бы забрать, да, но я коплю баллы. К баллам можно копить, можно тратить. О них можно почитать вот в этом вот кошелечке, да, то есть, помните, мне напоминали, что 300 баллов не забрано, да. Вот есть за 5 бонусов масочки, есть подороже подарочки, да, вот от 120, если брать, тут и джентльмен, вот новинки, Lestat, любимая парфюмерка, и ювелирная бижутерия Flaranche уже, да, за 120 бонусов пошла. Давайте возьму седьмую страничку сразу. Тут же где-то есть и порошок, и так далее, и так далее. А вот, как бы, ну, в принципе, да, в принципе, круто. Ну что ж, всем пока-пока. С вами была Кунова Аня, интернет-проект Faberlic Online. Вот такие классные новости. Я еще не отошла от ассамблей, я еще не отошла от поездки из Доминиканы, у меня еще немножко щечки даже подгорели. Я еще чувствую дуновение теплого ветерка с Доминиканы, а компания Faberlic уже балует, уже радует. Да, сейчас мне самое главное найти агентский пункт, который примет этот заказ, или пикпоинт. Ну что ж, всем пока-пока.